уже. Кролик, хватит меня будить. Я вообще-то уже проснулась. Ну вот, очень приятно. Меня разбудил, а сам спать лег. Вот всегда так бывает, и не только с роботами, но и с настоящими питомцами. Сначала будет-будет, а потом сами спать ложатся. А мне, между прочим, в школу идти. Спать так охота. Ой, сейчас бы опять на острова отдыхать, и в школу идти не надо. Но все, отпуск закончился, это значит, что сегодня мне нужно идти в школу. Ой, что-то как-то холодно, что-то на улице уже, снег что ли? Ну нет, снега вроде бы нет, но холодно. Ладно, Алина, возьми себя в руки и будь оптимистом. Нужно собираться. Я хочу расплести свои афрокосички, что-то они мне уже поднадоели. Так, какую бы мне причесочку сегодня сделать? Наверное, сделаю какой-нибудь пышный хвостик. Ой, как они туго распускаются. Да, туго она мне их заплела. Зато долго держались и даже в воде. Вот это прическа! Ничего себе, какие у меня волосы! Они вообще никак не укладываются! Да, ну я, конечно, слышала, что после африканских косичек волосы непослушны. Но что настолько? Как мне теперь их собрать в хвостик? О, а что там за сообщение пришло? Пойду посмотрю. Солнышко, а ты что не торопишься? Сегодня ты едешь на автобусе, мне нужно пораньше на работу. Да-да, пап, сейчас буду собираться. Здесь просто новое видео вышло в Avatar World. А что там такое? Да вот, в школе откроется второй этаж, представляешь? О, это очень хорошо, мы давно ждали уже второй этаж в школе. Да-да, пойду Алисе скажу, она мигом с кровати соскочит. Алиса, вставай, я тебе кое-что хочу рассказать. Ну что такое? Спать хочу. Опять в тамагочи сидел. Смотри, он тебя есть хочет. Что? Мой тамагочи хочет кушать? Ну вот, сразу встал. Да, он тебе голодный. И правда голодный. Сейчас покормлю. Так что ты мне там хотела рассказать? Да вот, второй этаж в школе вышел, представляешь? Что, правда в нашей школе вышел второй этаж? Ну да, смотри. Вау, классное видео, супер. Второй этаж открылся. И там кабинет музыки. Я быстрее хочу туда пойти заниматься. Наконец-таки. Ну, не знаю. Возможно, что там будут только старшеклассники заниматься. А вы не будете там заниматься. С чего это мы не будем? Мы тоже хотим. Будем, я уверена. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, ладно, давай, собирайся уже. А то мама сегодня торопится. Ей нужно было еще Лукаса отвезти на стрижку. И вроде бы она еще занятия по фитнесу записалась, пойдет. А, ну да, у нас мама теперь спортсменка. Ну ладно, пойду собираться. Алина, что у тебя с прической? Я забыла спросить, ты почему такая смешная? Алиса, у тебя же тоже были афрокосички, почему у тебя такие волосы не пушистые? Ну не знаю, у меня, наверное, прямые волосы, вот и все. Ну понятно, ладно, пойду водой намочу, может быть у меня что-то уже нормальное получится с прической, а то так невозможно в школу идти. Ну, тамагочек, давай, мне нужно собираться. Так, без меня тут пока не хулигань. Я пойду зубы почищу. Ну давайте уже волосы. Уже их и намочила. Они все равно не приглаживаются. Придется так идти. Хорошо, что я вчера рюкзачок собрала. Уже меньше хлопот. Ну ладно. Так, может быть заколка мне поможет. И волосы не так будут торчать. Нет, все равно торчат. Так, где там моя одежда? Носочки надену. Дальше платьишко вот это. И сверху кофточку. Ну все, вроде бы все, пойду уже. Так, ну все, умылась, где моя одежда? Сегодня надену, наверное, вот этот костюмчик. Мне он нравится, он еще и потеплее. О, а ты что тут делаешь? Только не здесь, не на мою новую форму. Кыш отсюда. Ну ладно, не обижайся. Просто я боюсь, что ты мне испачкаешь школьную форму. Давай я тебя поглажу, не обижайся. Ну все, мне в школу пора, а то опоздаю. Все взяла? Да, заяц на месте, телефон тоже. Пока, Кеша, я тебя люблю, пока. Девочки, у меня сегодня столько дел. Мама, а куда ты поедешь? Ну, во-первых, я поеду Лукасу на стрижку в салон красоты для собак. О, ну да, Лукас такой лохматый, прям как Алина. Ничего не лохматый, просто волосы у меня кудрявые после африканских косичек. Ничего, доченька, пройдет, не расстраивайся. А я и не расстраиваюсь, нормально, зато круто отдохнули. Давай обувайся уже, мама торопится. Ну да, потом я еще пойду в фитнес-центр, я же теперь спортом занимаюсь. Ну все, сейчас по-быстренькому обуюсь. Девочки, обязательно одевайте шапки, на улице очень холодно. Ну что, мам, прям так холодно? Ну да, похолодало, давай, надевай беретик, вот он у тебя висит. Мама, как ты все это успеешь? Я поеду на такси. О, круто, мама, можно с тобой на такси?
волнуйся, вместе с Алиной. Давай-давай, зайчонок, надевай шапку, мне еще малышей в садик нужно успеть завести. Ой, мама, у тебя столько сегодня дел? Ну ладно, надела. И курточку, солнышко, курточку. О, не хочу куртку надевать. Ну надо, надо, холодно. Ну ладно, вот эту надену. Алиса, почему у тебя такая шапка, как для маленьких? Это не как для маленьких, это вообще-то кавайный стиль. На, держи рюкзак, пошли уже. Ой, смотрите, сразу и такси, и автобус приехали. Ура, ну ладно, Лукас, хорошо тебе подстричься. Пока, малыш Лукас, давай, не бойся там, понял? Вон, вон, Лукас, смотри, твои девочки тебе машут. Пока-пока, пока. Ну все, поехал автобус, поехал. Здравствуйте, вам куда? Ой, мне много куда, сначала в садик. Хорошо, сейчас коляски тогда в багажник уберу. Да, спасибо. Так, Лукас, ты сюда садись, аккуратно, не прыгай сильно. Так, сумочку положу. Так, какие коляски у вас большие, еле помещаются. Ну чего, вроде бы засунул, да, влезли. Ой, большие коляски, чересчур. Зато удобные, правда, малыши? Ну все, поехали. Так, что тут машину поставил на проезде, теперь проехать не могу. Ну-ка, с дороги. О, привет, так это мой друг. Привет, коллега, как дела? Нормально? Много у тебя клиентов? Ну ничего, не жалуюсь. У меня тоже сегодня много клиентов. Вот мамочку садика жду. Сейчас ребенка отдаст садик и куда-то опять поедем. А я тоже так же. Весело, я смотрю, таксистам тут работается, дружат. Ну ладно. Так, погоди пока, друг, сейчас коляску достану ей. Так, вот, пожалуйста, колясочки ваши. Я вас жду, давайте только недолго, хорошо? Нет-нет, я быстренько. Ну хорошо. Удобно будет с вами кататься хоть куда. Так-так-так. Ой, успела вроде бы. Ну что, куда едем? В магазин, пожалуйста. Ага. Ладно, друг, пока, мне ехать пора. Ладно, давай, тоже поеду. Ну все, встретим еще на маршруте. Ладно, пока. Так, ну все, отвела малышей. Теперь можно в магазинчик и Лукаса завести. Салон красоты. Так, куда сейчас? В зоомагазин, пожалуйста. Ага, поехали. Здравствуйте, какие процедуры желаете? Ой, здравствуйте, нам нужно полный комплекс процедур. Расчесывание, стрижка, а также обработка от вредителей разных. Так, ну я вижу, что собака чистая, паразитов нет. Ну хорошо, так, ну это где-то займет часа полтора, не меньше. Ну и отлично, я пока могу кое-куда сходить. А сколько с меня? Оплата после услуг. О, отлично, я сумочку здесь оставлю, хорошо? Да-да, конечно. Ну что, малыш, пойдем, приступим. Сначала, наверное, помоемся с тобой. С прекрасной пеной. Тебе понравится. У вашего питомца случайно нет аллергии на пену? Да нет, вроде бы нету. Ну и хорошо. Ну ладно, жду вас через полтора часа. Спасибо, до свидания. Такси все-таки классная вещь. Успела даже в магазинчик заскочить. Я так похудела, теперь мне этот костюмчик будет впору. Возьму его примерю. Очень красивый, как раз для фитнеса. В зале бывает прохладно, как раз кофточка пригодится. О, потрясающий костюмчик. Мне так идет. Точно его возьму. Я возьму все это. О, отличный выбор. У нас есть еще мужской вариант. О, а где он? А вот висит. Красиво, красиво. Может быть, Майклу взять? Да, пожалуй, тоже возьму. Нужно его тоже позвать со мной на фитнес, а то он тоже немножечко потолстел. Что-нибудь еще? А, да нет, наверное, с вас 5000. Отлично. Так, вот, карточка. Спасибо за покупку, приходите к нам еще. Ой, вам спасибо. У меня такой красивый кошелечек, не налюбуюсь им. Ну все, теперь можно идти на фитнес. О, Соня, Стёба, привет, я так соскучилась. Привет, Алина, тебя так долго не было. Ну расскажи, как ты там отдыхал? Нормально все? Да нормально все. У нас первый, это музыка урок, представляете? Да, музыка, я тоже сейчас в расписании видел. Круто, интересно, что там будет? Ой, я тоже хочу музыку, а у меня нету сегодня музыки. Ну завтра, наверное, будет. Да точно будет, у малышей тоже есть музыка, мне кажется, у тебя тоже будет на этой неделе. Ой, пойду посмотрю одним глазком, что там? Ой, звонок! Беги быстрее, а то на урок опоздаешь. О, ну вот, расскажешь, ладно, сестренка, что там будет? Ну ладно, на перемене встретимся, расскажу. Ну все, звони, если что, я телефон с собой взяла, пока. Ну все, пойдемте быстрее, наверное, это будет мой самый любимый урок. Да-да, только ты рюкзак забыла.